И снова мы на Волге, ребята, приехали. Не смогли сдержаться. С Питера приехали на Волгу рыбачить. Сейчас будем располагаться сегодня с ночевой. Будем ловить леща. Снова будем ловить его. Ну, приятного просмотра. А пока такой вид вам на Волгу. Железнодорожный мост. По ту сторону Свияжск. Люди купаются уже вечер. Ну и вот сама Волга. Ветра нет, тепло, жара. Сейчас искупаться можно. Сходил, почистил вот. Чтобы комфортно было без зацепов. Тину убрал немножко с воды. Света купается, собачка купается. Вот. Глубина здесь 8 метров. Готовимся, готовимся. Ребята, по названию ролика, да, это действительно последнее видео о рыбалке, но в качестве рыбаков из СПБ. Теперь мы переезжаем на Волгу, рыбачить будем на Волге. Данный канал удалять мы не будем, просто вскоре мы его переименуем. Нет. Здесь сейчас света. Вот здесь как она близко идет, первый раз такое. А, они просто, видишь, рядом еще проходят. Они расходятся. Это там она пустая. Ватерлиния, видишь, какая? Такая вода. Хорошая, да? Вечереет. Что-то все упало. Что такое? Вон она тащит ее. Сейчас вон оттуда выходит маленькая баржа. В обратную сторону, вверх по Волге. Рыбаки подошли, он прям в воду заходит и на удочку рыбачит. Не знаю, что там, клюет у них, не клюет. Нас пока не клюет. Еще не вечер. Первая, ребят, поклевочка. Волга кормит. У-у-у, это что? Сапа? Нет, это сенчик какой-то. Бомбанул, да? Да. Ну ничего. Я его выпущу. А вот как светятся наши светлячки. Вот эти вот палочки, они до 5 суток светятся, представляете? Я проверял дома, ломал, кидал, просто 5 суток горел. Вот этот вот светлячок. Очень удобная вещь. Не надо покупать батарейки для светлячков, ничего. Вон, если камера передает, человек, наверное, сидит в 10 метрах от меня. И у него светлячки стоят. А тем временем, только без 15:08, уже у нас темень. Почти темно. Электричка ходит по мосту. Гладь. Прекрасная жизнь на Волге. Что там у тебя произошло? Короче, посеял я одну кормушку, подарил Волге. Зацеп сразу, с первого как бы заброса. Вот сейчас только решил перезабросить. Не отдала Волга мне мою снасть. Время уже 8:20. Не уже, а всего, а уже вот так темно. Сейчас мне вот дядька родной дал снасть лещовую с одним этим, с одним крючком. А вот я видел, прям потянуло. Ну вот он не оторвал. Нет, солнце нет. На воду туда. Оторвал. Оторвал? Нет. Не надо, я так, наверное, вытащу здесь под саком. Лещ. Лещ реальный. Ага. Ух ты. Ага. Черт. Смотрите какой. Жирный. Ух ты. Килограмм молодец, есть. Максим, да? Килограмм. Опыт. Да, Максим молодец. Не проворонил. А когда рыба-то спать будет, у вас есть? Так, где садок? Садок, вот садок, перед твоим носом.
это надо привязать как-то там теперь. Хорош. Да-да-да. Ну, с почином. Супер. Хоть не скучно. Вторая партнерка у дядьки. Хороший, говорит. Да, представимся. Только не потеряй, Максим. Санса? У нас не клюет, на тебя вся надежда. Вот еще один лещ. О, стандарт пошел. Смотрите, какие лещи он таскает. Это прям настоящий лещ. Это на вторую, да, уже? Хороший, хороший. Отлично. Жирные. Губаш. Хорошо Классный. Взял? Да. А, можно садок? Вот он здесь. Да? Давай, я достану. Давай. Оп. Чуть-чуть поменьше. Я себе. Вот сюда. Сука, застряла. А нет, идет, идет. Спокойно идет. Нет, нет. Ну, ты справишься, помочь? Да справишься как-нибудь. Да нет, спокойно пока. Он походу под корягу куда-то зашел. Да, да, сейчас заведет тебя, заведет. А я уже здесь, рядом. Хотите, нате. Ты что там? Подлечь? Да. Ну, жирный. Хороший. Ох, и собак у меня собак. Тоже. Собак. Смотрите, какие подлещики на Волге ловятся. Мелких не бывает. Да, какие-то мушки сразу прилетают. Угу, прям съедают, да? Ага. Монстры. Вот оно что, ребят. Спокойно вытащил. Дойдешь сюда? Очень хороший. Может, спиннинг дать? Это вам... Где? Давай, спиннинг. Не ромарь его, бро. Очень хорош. То ли зацеп, то ли... Эх, оборвал. Оборвал? А? Ушел, либо оборвал. Это мог быть и кто угодно. Долго я ждал его. Мог быть кто угодно. Ну что там, оборвалось все? Или? Да, все. Походу с концами. А, да ты что? Это второй раз уже на эту. Что там за место такое? Все, нет твоей снасти. Давай куда-нибудь правее кидать. Вторая кормушка утеряна, подарена Волге, матушке. Волга забирает. Пока забирает. Вот очередной снасть с двумя крючками. В надежде, что теперь там зацепы какие-то прям жесткие, ребят. Не знаю, как будто баржа какая-то там затонула. Ну, хорошая поклевка была сейчас. Крупная прям, как будто сазана точу. Вон там светлячок улетел куда-то метров за 5, наверное. Так, светим сюда. Насаживаем по 3 червя и ждем. Жалко зацепа, знаем, что здесь зацепа. Он сразу либо под корягу тащит, либо еще куда-то там при поклевке. Ух, ночная забава. Лево опять, да? Это подлещик. Скорее всего. Снять колокольчик.
Просто... Опа. Стоп, это... Почти лещ. Это лещ-то? Ну такой хороший. Это лещ, ребят. Под... Нет, подлещик. У меня сегодня подлещиков. Что здесь происходит? Ух, смотри, что. А? Давай, подержу спиннинг. Блин, тихо, тихо, крючок тебе прям. Так, у меня моя. Теперь там. Это ты меня перекрестнул. Ага, так. Сейчас он закинет, потому что... Вот с очередной поклевкой налетает столько мух всяких маленьких в глаза, в рот, на свет, вот на этот. Поэтому мы не включаем свет, мы только включаем тогда, когда поклевка, и вот надо насадить. Все. Подлещиков я сегодня таскаю. Хорош. Ну, это почти мы, что ли. Такая вот. Крупничка. Ой-ой. Ох, это лещ. Чуть не доигрались. Это лещ. Почти килограмм. Блин, опять налетели эти. Налетаю, да. Дурные. Давай, спиннинг подержи. Держи. Я думаю, мне хватит света. Подлещик. Я сам достану его так. Ох ты. Я подстрахую. Да ладно, он не двигается, он не активный. Хотя... Сам ты бубном присутствует. Ну чем не хорош, а? Вот она рыбалка где. Только в этом ролике ночная рыбалка сегодня. Бомбит. Просто крючки, подлещик идет вот на эти крючки. Неохота сейчас переставлять большие крючки на леща. Если переставлю, прям 100% будет, ребят, лещ. Прям огромный. Ну, уже одного поймал на этот крючок. Но если большие крючки будет, то будет огромный лещ. Ну, от килограмма и выше. Вот. Сейчас пока вот такая снасть подлещиковая. Вот, и очень активно клюет. Пойдем за крупником, солнце. Ой, у тебя даже катушка свистит. Что-то серьезное, да? Да. Давай в натяжечку тащи. Ой. Давай, давай. Даже лучше. Давай, давай, килограмм два, наверное, тянем. Осторожно, осторожно. Сейчас. Что с катушкой? Зашел куда-то? Тащит? Блин, прям хочется увидеть, что там. С такими звуками. Все оторвал, что ли? Все оторвал? Да. Сорвался? Оторвал. О! Что там было-то? Ты подожди. Да, оторвал. Оторвал. Ну он не дергается, видно же этот. Нет, нет, оторвал все. Блин, а так хотелось увидеть, что там вообще. Оторвал, поклевка как. Все. Да. Опа. Что-то есть и не сопротивляется пока, не сопротивляется. Ну, хотя бы не зацеп на эту удочку. Две, вот две кормушки ты потерял уже. Как-то неожиданно она, да, только резко расслабишься. Дернула, да. Пока идет ровно. О, стандартный большой подлещик. Спасибо, ты освободил нам. Санс, как приятно, тебе? Приятно, да? Глаз, смотри, как у глаз у него изумрудный какой-то, да? Фиолетовый. Ну, у тебя просто... Нюхает, да, нюхает, смотри. Все, одобрила? Все, нормально. Берем. Опять у тебя улетел этот сверчок. Возьми его. Что скажешь? Есть. Садок нужен? А? Нужен садок? Да нет, наверное, это подлещик. А может и лещ, не знаю. Но пока спокойно идет. Но что-то есть. Но это уже прям совсем. Одна, вторая. Ну, на берег вытаскивает, да, эту садку. Куда-то вправо вытаскивает. Подлещик поменьше. Это самый маленький подлещик сегодня. Угу. Так, мы не остаемся до утра.
потому что нам достаточно рыбы. Мы сегодня наловили, идем смотреть наш улов. Так, пакет и весы. Интересно, сколько же килограмм? Самому интересно. Сегодня вот такие лапоти. Сегодня. Будем сейчас взвешивать это все. Сначала в пакет. Свежак. Вот это самый маленький подлещик. Смотрите, какой лещ. Какие они просто невероятные. Жирный, вкусный. Это вообще он красный. Это все скольки мы тут? Ну, с 7, наверное, да? Причем клевать не сразу стало. С 8, наверное. С 7 до 12 часов посидели спокойно. Без ветра, без суеты. Умеренно. 10-15 минут поклевка. Нет такого, чтобы одна, вторая сразу. 4 срыва было где-то. Максимум, да? Угу. Все. Так, сейчас мы берем весы. Такие весы у нас сегодня. Каждый раз разные весы. Санта нам помогает, она очень нравится ей. Что мы делаем? Так, ну что ж нам. 6 почти. 5 килограмм 800 грамм. Обалдеть. Вот, ребят. Если кому понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Почему подписаться? Да потому что мы переезжаем жить на Волгу, ребят. И это не шутка. Переезжаем мы в сентябре месяце. Нам очень понравилось здесь. Мы за это лето мы второй раз на Волгу приехали из Питера. Вот. Волга необъятная. И очень много рыбы здесь. Прекрасная природа. Замечательные места. В общем, подписывайтесь, будет интересно. Всем удачи и пока!